Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор». В этом обзоре речь пойдет про холодильник Hisense RL120 D4AW1. О лучших ценах и актуальном наличии вы узнаете из подборки ссылок, ее оставлю в описании. Чтобы не пропустить выход нового видео, подпишитесь на канал и активируйте колокольчик, а чтобы поддержать канал, пишите комментарии и ставьте лайки. Модель выполнена в универсальном белом оттенке и идеально вписывается в любой интерьер. Она может похвастаться эргономичностью, поскольку ножки можно отрегулировать по высоте, а дверь перевесить в удобную пользователю сторону. Он весит всего 20,5 килограмма, а его размеры равны 47,5 на 84,2 на 44,6 сантиметра. Контейнер в нижней части холодильника предназначен для хранения фруктов и овощей. Дополнительное пространство для хранения напитков в больших бутылках, благодаря этому в остальной части холодильника появляется больше места. Переставляемые стеклянные полки позволяют хранить продукты большого размера. Гарантийный срок, которым располагает холодильник, продолжительностью 12 месяцев. За работу устройства отвечает один стандартный компрессор. Класс энергопотребления у холодильника A+, а уровень потребления энергии не превышает 114 кВт-час в год. Холодильная камера обладает объемом 91 литр. Это пространство делится на две стеклянные полки и один ящик. Предусмотрена зона свежести. Система размораживания здесь ручная. Благодаря превосходной встроенной системе вентилятора и компрессора эта модель гарантирует более стабильную работу и низкий уровень шума, благодаря чему в доме тихо. Температуру внутри регулировать необходимо при помощи механического регулятора. Проанализировав отзывы, я выделил основные негативные и позитивные моменты. Сейчас поделюсь с вами. Начну с отрицательных. Очень маленькая морозилка. Нет подсветки. В комплекте нет ячейки для яиц. Легкие при открывании приходится держать. Намораживает морозилка. Теперь перейдем к положительным. Отличный холодильник для дачи. Легкий, тихий для офиса отличный вариант. Компактный, простой в эксплуатации. Отлично морозит, можно перевесить дверцу. Хорошее расположение полок, бесшумный. Под столешницу залетает идеально. Достаточно вместительный. Спать не мешает, бока не греются. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. Не забудьте поделиться мнением в комментариях и поставить лайк. До скорой встречи на канале «Правильный выбор».